Это школа номер 18 имени Сакена Жунусова. В 2017 году образовательному учреждению было присвоено имя писателя. С тех пор учебное заведение проделало большую работу по возрождению и популяризации наследия казахского драматурга. В настоящее время здесь обучается более 1000 школьников, а вновь открывшийся музей позволит учащимся узнать о писателе больше. Этот музей имеет большое значение для подрастающего поколения. Уверена, что наши ученики узнают в этом музее много информации о писателе и земляке Сакене Жунусове. Причем не только у нас в области, но и на республиканском уровне. В нашей школе проводится факультатив Сакентану. Теперь мы планируем провести конкурс «Сакен Окулара». Известный писатель родился в селе Кшкениколь. За многогранные таланты в народе его назвали Сакен Сере. Сакен Жунусов – автор романов, сборников, рассказов и 17 пьес. Одним из тех, кто предложил открыть музей, стал Кудайберли Мурзабек. Сам я многому научился у Сакена Жунусова. Он оставил наследие нам все свои произведения. В прошлом году, когда экспозиция музея Габдуллина была обновлена, все витрины в залах музея были сохранены. Мы их поделили на две школы. В одной из них открылся музей Кукена Шакеева. Вторая часть пошла в эту школу. Среди экспонатов музея присутствуют самые разные предметы эпохи, а также произведения писателя. Фонд еще будет пополняться. Камша Атакишев, Абзал Балтабаев, Василий Вережников, Жамбал Балтаев, Кокчакпарат.